Друзья, всем привет! Огромное спасибо всем, кто откликнулся на призыв помочь Косте Маргиналу, который потерял все свои документы в Чехии. Много людей написало в личку. Вам всем гигантское спасибо и отдельный респект бывшему политзеку по болотному делу Денису Луцкевичу, который сегодня утром сходил с Костей в посольство России и помог ему там оформить все документы. Просто вообще персональное огромное спасибо. Ну вот, собственно, все. Костя уже сидит в аэропорту. Я думаю, на момент залития этого видео он уже будет сидеть в самолете и лететь в Россию. Всем огромное спасибо. Реально ему помогли. Путешествие у него прям сверхудачно удалось, хапнул всех прелестей, там ночевание на вокзале, в парке и так далее. Ну, в общем, он потерял абсолютно все, все документы, платежные карты, даже ключи от дома. Ну, я думаю, потом он подробно еще об этом расскажет, может быть. Спасибо всем за помощь, до новых встреч. Осень пришла опять. Ты как стол долговяз, как бутылка мой 75. Ты смотришь свой собственный сон, смакуя на нежный день. Ты пьешь на ней колон, ты ждешь настоящий день. У тебя ничего уж нет, ни жабы и ни штанов. И тебе немало лет, чтоб смачно кричать, будь готов. Ты свой удивительный мир уже, извини, пропустил. Ты старый плесневый сыр, ты вкусный для тех, кто жил. Но тот, кто жил, ты изрек, тот вечно будет жить. Друг, дай пузырек, в твоем веселье пить. И нет ничего впереди, в прошедшем тоже тоска. Видишь, о ней колонн,